Каждый 10-й школьник по статистике проводит свое лето в детском лагере. Предоставляет такую возможность и Щелковский район. Детский лагерь «Лесная сказка» или по-простому «Леснуха» открывает первую смену летнего сезона. Это мероприятие, как всегда, проходит в торжественной обстановке. Дети выносят флаги, демонстрируют отрядную символику и скандируют кричалки, танцуют. Хорошего отдыха желают ребятам районные власти. Я хочу вам пожелать, чтобы отсюда вы обязательно увезли хорошее здоровье, хорошее настроение, чтобы здесь вы научились каким-то новым песням, новым играм, и чтобы здесь у вас зародились или продолжились по-настоящему сильные дружеские отношения. Руководство района приехало не только поздравить детей, но и посмотреть, в каких условиях школьникам предстоит прожить как минимум 21 день лета. До и после официальной части они заглядывают в корпуса, столовую, клуб. В корпусах обновили санузлы, душ. Появилось новое оборудование для проведения мероприятий и для творчества. Новые отрядные формы. В этом году все хорошо? Нормально. Отходов мало? Мало. Это значит, что больше хорошо. Лагерь в хорошем состоянии, потому что вот год назад я была в этом лагере, смотрела. Все, что необходимо, сделали для подготовки этого лагеря. Положительный отклик о лагере находят и дети. Многие из них приезжают не в первый раз. Лагерь очень сильно нравится, такая обстановка как бы лесная, чувствую себя как в деревне, но и много ребят создают обстановку города, и как бы ты в своей атмосфере. Тут великолепные вожатые, тут очень много хороших игр, я узнаю новые игры, узнаю новые песни, учу чему-то, меня учат чему-то. Сюда ребята стремятся именно к друзьям, к родным и близким людям, и они здесь находят теплоту, как дома. Это очень важно и хорошо, и мы за детей в этом смысле и спокойны, и очень за них рады. Александр Погоский много лет провел в «Лесной сказке». Сначала ребенком, потом фотографом, и вот сейчас он вожатый со стажем. Не только свежий лесной воздух, но и атмосфера, по его признанию, каждый год привлекает в это место и новых, и уже знакомых отдыхающих. Тут такая атмосфера, тут дети особенные. Вот, то есть со своими какими-то заморочками, со своими идеями, то есть и мы перенимаем к себе их эту вот энергию, вот, и как-то всех сюда тянет все время. На первую смену заехало 150 человек. Всего запланировано 63 мероприятия. Детей ждут игры в пейнтбол, посещение планетария, 3D-кино и другие занятия. Лагерь планирует принимать детей на 3 летние смены. Все они тематические. Первая с патриотическим уклоном «От Руси к России». Следующий заезд детей ждет литературная смена, а после – краеведческая. Марина Позднякова, Михаил Задков, телерадиокомпания «Щелково».